Поддержка малого и среднего предпринимательства стала главной темой обсуждения на очередном заседании регионального правительства. Реализуемая в области целевая программа показывает хорошие результаты. Малых предприятий стало в 3 раза больше. На дальнейшее стимулирование бизнеса рассчитано и сохранение системы налоговых льгот. В прошлом году налоговая ставка при упрощенке сократилась втрое. Депутатами Ивановской областной думы был принят закон от 15.11.2012 года за номером 95 УЗ, продлевающий на 2013-2015 годы действие льготной налоговой ставки по так называемой упрощенной системе налогообложения. Кроме того, с 1 января 2013 года на территории области введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, значительно упрощающая отчетность и облегчающая процесс ведения бизнеса. Предприниматели от поддержки не отказываются. Одних микрозаймов было выдано почти на 650 миллионов. Но некоторые направления господдержки популярностью не пользуются. Не пошла реализация, казалось бы, такого необходимого для развития и расширения бизнеса направления, как субсидирование части затрат, связанных со строительством и реконструкцией зданий производственного назначения. Дело в том, что жесткое требование Министерства экономического развития России при предоставлении поддержки по этому мероприятию, а именно численность работающих на предприятии должна быть не менее 50 человек, не позволило участвовать в нем тем предпринимателям, которые ими заинтересовались. Несмотря на общие успешные показатели, в этом году финансирование программы существенно сократилось. Настораживает лишь одно, что в 2013 году уровень финансирования программы сокращается практически в 3 раза. Я думаю, что вот те достижения, которые в 2012 году были, они фактически откатываются, ну, далеко назад. Муниципалитеты также неохотно выделяют средства на поддержку бизнесменов. Участники заседания пришли к выводу, что теперь в каждом районе и городском округе должны появиться местные представительства Фонда развития малого предпринимательства. Я считаю, что надо пользоваться тем, чтобы проявлять резонную заинтересованность по созданию на своих территориях представительств фонда. От вас требуется только одно – найти подходящих людей активных и выделить им кабинетик помещения. И дальше все заработает, и не надо вам там штаты, аппараты, и не надо деньги эти вот мелкие, там по миллиону, полмиллиона из своих, как говорится, без того обремененных бюджетов. Срок действия текущей программы заканчивается в этом году, поэтому уже сейчас ведутся разговоры о разработке новой целевой программы на следующую 4-летку. Независимо от того, что нам скажет Минэкономразвитие, чтобы мы исполнили, под козырек взяли, мы должны сейчас не полениться и составить аналогичную полноценную ДЦП на 2014-2018 годы. По итогам двухчасового обсуждения чиновники сошлись во мнении, что поддержка предпринимателей не должна быть формальной. Работа будет продолжаться, а для лучшего взаимопонимания будет налажена обратная связь. Для этого в регионе появится новое периодическое издание или интернет-портал. Анастасия Николаева, Олег Милехин, РТВ Иваново.